Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть Bus Simulator 18, и я уже добрался до второго у нас получается автобуса, сейчас вам, ребята, все расскажу, покажу. То есть первый у нас вот автобус был Цитара Мерседес, вот такой был маленький, хорошенький, прекрасненький, удобненький автобус, мы его продали, потом купили, получается, S416, бизнес Сетра. Вот такой вот тоже замечательный, на 49 мест, предыдущий у нас автобус был, получается, 18 мест, а здесь у нас на 49, вы представляете, практически, ну, то есть это больше, чем в два раза, это просто очень-очень круто. Друзья, если нравится Bus Simulator 18, прямо сейчас ставьте лайкосик, обязательно поддерживайте данное видео и, соответственно, подписывайтесь на канал. Так, ну что же мы сегодня будем делать? Давайте мы, ребят, что будем сегодня делать? Я попробую немножко перекрасить наш автобус. У нас он что-то слишком такой яркий. Я попробую сейчас сделать как-нибудь его, даже не знаю, может быть, красного его О, вот это вот, кстати, красивенько будет, ребят, красивенько. Здесь можно, наверное, каким-то даже белым. Посмотрите, как играет, да? Цвета у нас, ух ты, какие. Мне нравятся фиолетовые, тоже очень прикольные. Кстати, вот такой тоже интересный какой-то цвет, такой необычный. Вообще у него будет окрас. Так, а тут у нас обшивка. Обшивка тоже у нас разная, видите, да? Здесь у нас есть такие вот, такие различные, как под Майнкрафт даже, что-то мне даже кажется, как-то какой-то цвет такой. А можно сделать у нас под зебру. Забабахать его, зебра-автобус будет. Прикольный. Ну или, например, можно под майнкрафтовский стиль такой забубенить. Друзья, пишите, какие варианты вы бы хотели бы увидеть, чтобы я покрасил автобус. Но можно, в принципе, кляксами его забабахать. Клякс тоже ничего так смотрится. Во, прикол, короче, как в Майнкрафте замутил, я не знаю. Цвет такой угарный получился. Автобус довольно будет интересный. У него окрас. Кстати, здесь у нас есть еще. И можно и в салоне как бы покопаться. Там я так думаю, что можно сделать какие-то. А нет, в салоне пока нельзя. А можно еще рекламу здесь размещать. Но мы рекламу тоже почему-то не открыли, ребят. Не знаю, когда она у нас откроется. Можно будет сбоку, видимо, наклеивать рекламу. Это дополнительные, в принципе, деньги. Применить. Все, готово. Покрасили быстренько. Стоит он 142 тысячи. Мы можем его продать, вернее. А стоит он... сколько у нас стоит? Он у нас получается 158 тысяч евро. Следующий у нас автобус МАН будет стоить 240 тысяч евро. А нам нужно сейчас зарабатывать, друзья. И быстренько я сейчас расскажу, что я тут еще пытаюсь разобраться. В общем, я нанял сотрудника. У него разряд рабочий 600 евро. Я ему плачу в неделю. Он... прокачивается здесь. Здесь тоже можно нанимать сотрудников разных вот в этом разделе. И, соответственно, по ходу они приносят мне дополнительные денежки. Вот здесь, вот в этом графике, получается, за неделю вот мы заработали сколько денег. За последний рейс я заработал 33 тысячи. Зарплата 600 евро, обслуживание 750. И рабочие зарабатывают почти 12 тысяч, ребят. 12 тысяч, графики растут вверх, и мы отправляемся дальше. На любую трассу здесь можно назначить любой маршрут. Например, самый выгодный у меня маршрут, который я здесь сделал, и здесь назначил работника, то есть назначил водителя, назначенный автобус. Вот поставил здесь автобус и водителя. Он по ходу мне приносит деньги. Ожидаемый доход 11 тысяч, рейс у нас идет 15 минут, я думаю, что мы его, в принципе, быстренько сделаем. Уже практически прокачались на 8 уровень, уже скоро-скоро будет, и, соответственно, мы уже будем покупать скоро новый автобус. Так, очутился я в гараже. О, какой крутой майнкрафтовский автобусик, о, шикарно. Посмотрите, как он выглядит, потрясающе, да? Так, заходим сюда внутрь. Сразу же можно двери закрыть. На однерочку закрываем. Включаем двигатель. Завели. Можно форточку, в принципе, приоткрыть. Очень здесь удобно. Мышечкой открывается все. Так, снимаем с ручника. На П английскую включаем свет. Все-все освещение. Опа, здесь тоже включили. А дальше что? Что нам еще нужно будет сделать? Да, в принципе, все. Мы готовы. Дальше выезжаем. Ну, можно... В принципе, на сегодня день, так что... Так что все окей. Так, вот он, красавчик. Можно габариты включить немножко. Можно? Можно выключить, можно включить. Давайте включим габариты. Так, нам направо, да? Поехали. Я постараюсь большую часть нашего рейса, значит, отправиться
в кабине, будем наблюдать за всем происходящим, будем действовать от первого лица. Все, поехали, наш первый рейс, шикарно, сейчас будем рубить бабки. И получается у нас, в принципе, должно, ну, я не знаю, ребят, денег хватит, не хватит, но у меня есть такая идея. Друзья, обязательно напишите мне в комментариях под этим видео, что мне делать с наемными работниками. Здесь, наверное, такая же система есть, как в ETS 2, в Евротреке 2. То есть там нужно было у нас, короче, покупать гаражи различные, покупать грузовики. Вот, и нанимать работников, которые у нас, в принципе, приносили нам хороший доход. О, бабушка, давайте мы вас рассчитаем. Так, пожилой человек, сколько вам? Один билет, давайте, все. О, без дачи, как шикарно, вот это молодец. Обожаю, когда без дачи. Кстати, можно еще посигналить здесь немножко. Закрываем двери, я сейчас пробегусь по салону. Ребята, это новый автобус, он просто офигенный. Посмотрите, как здесь все прорисовано, вообще шикарно. Вы видите, я проверю, здесь безбилетники бывают иногда. Иногда они мусорят, так что я буду время от времени бегать. Посмотрите, какой графончик, вообще потрясающе, просто потрясающе. Ой, какое место, прям вот этот автобус мне намного нравится больше, чем предыдущий у нас был. Я могу здесь очень удобно, я уже здесь освоился, можно здесь вот боковое зеркальце посмотреть раз, например, кто-то музыку иногда громко вырубает, закурит. Вот, пожалуйста, о, только что. Так, кто у нас громко музыку слушает? Вон там чувак, видите, да, он сидит такой, вау-вау-вау, это бабуся, что ли? Ох, простите, это бабушка, ничего себе она врубила. Врубила, вот другие пассажиры вообще были в шоке. Так, все, поехали. Прекрасно. Передвижающий полицейский, здесь выше 30 километров нельзя разгоняться. Ну что там, давай, давай, вперед. О, какой у нас автобус офигенный. Ребят, вообще красавчик, просто красавчик. Какой он красивый. Кстати, на F2 у нас камера вот такая статичная. Фиксируется, когда к остановке подъезжаешь, на F1 меняется. Очень, кстати, хорошо. Ребят, так что напишите мне обязательно в комментариях, как здесь развивать бизнес. Мне будет очень интересно почитать, все ли я делаю правильно. Я нанимаю сейчас нанял одного работника, потом я могу, в принципе, купить дешевый автобус, дешевый какой-нибудь автобус взять и поставить его на маршрут. И пусть им бабки копытит. В принципе, как такая идея, ребят, вам? Обязательно напишите в комментах. В принципе, можно с этого заработать денег. Потому что там автобусы очень-то очень дорогущие. 240 тысяч. Следующий автобус евро стоит, ну, просто сумасшедшие реально деньги. 240 тысяч. Я думаю, что, конечно же, мы накопим их. Что там у нас? Куда сделать моя шляпа? Там бабушка говорит. Бабушка шляпу потеряла. А, кстати, вот это не наша остановка. Мы проезжаем дальше. Маршрут сделан так, что мы едем прямо. Хотя можно было бы сделать на эту остановку заехать. Можно было бы. Но что-то как-то, не знаю. И следующая остановка тоже у нас, в принципе, мимо. Как меня сюда занесло? Там бабушка такая, она не может понять вообще. Посмотрите, там говорит, типа, что я здесь делаю? Где моя шляпа? Как мне вообще... Как я оказался в автобусе? Она не понимает. Ну, бывает такое. Бывает такое. С пожилыми людьми отшибает память и, в принципе, я не знаю, может, ее там... Я думаю, что в функции моей не будет входить ее доводить до дома, там, довозить, наверное, как-то нет, наверное. Возможно, нет. Так, посигналил. Вот она, бабушка, выходит, окей. Так, хорошо, молодца. Погодите, где моя сумочка такая? Что? Так, давайте рассчитываем. Здесь, кстати, билеты. Кто не в курсе, ребят, у нас же был стримчик по этой замечательной игрушке. Она мне что-то очень понравилось, прям такая, прям вот приятно в нее играть. Так, обычные два билета вам, давайте рассчитаем. Вас, о, без дачи, хорошо. Так, все сели. Закрываем, пробежимся. То есть здесь у нас есть разные билеты. Есть для студентов, для пожилых людей. Здесь билеты продаются на день, на неделю.
И разовый проезд, по-моему, так как-то так и есть еще. Вот, вот так вот, ребят. А также в игре здесь, конечно же, есть погодные условия. Все это очень красиво прорисовано. Если дождь, то это прям такой ливень иногда бывает. Лужи кругом, солнышко, ночная смена. Мы вот выезжали тоже на стриме. Вот, в общем-то, один из самых лучших симуляторов, вот, что касается симулятора водителя автобуса, наверное, самый лучший, на мой взгляд. Очень хороший, проработанный. Вот, ну, а мы движемся дальше, набережная Астра у нас получается. Мы сейчас рубанем денежек, да, иногда возникает чувство, будто вся вселенная просто симуляция, представляете? Кто-то там за моей спиной... Вау, ничего себе, пассажиры понимают, что они находятся в компьютерной игре, вы представляете? Спасибо за вашу пунктуальность. Они со мной общаются, видите, они между собой общаются. А что это за курица побежала через дорогу? Ругаются еще между собой, вот так вот даже бывает так. А, так, один обычный и количество один. Сдача 2,80. Опа, подожди, я не успел вас рассчитать, что там быстро улетел куда-то. Так, один студенческий и три студенческих он берет. Прекрасно, 4,60. Давай раз и вот так вот, красавчик. Так, все, все сели. Все сели, нет? Давайте пробегусь. Я вообще каждый раз сейчас решил проходить, потому что обязательно забежит какой-нибудь заяц. И заяц, которого нужно... Который нам заплатит потом штрафик. Друзья, заплатит нам штрафик вот так вот. А штраф здесь 120 евро. Так что у нас какой-то момент было, я помню, в какой-то момент у меня за рейс, я как-то... Здесь есть час пик, в час пик куча народу, и я, по-моему, сделал 5 или 6 зайцев поймал за рейс один. Вы представляете, кучу бабок заработал, там рейс у меня был где-то... Ну, приблизительно, я уже точно не помню, но где-то за рейс я заработал 800, там около 1000 евро. А зайцев я заработал, получается, ну, где-то 600 с лишним евро. Около 600 евро, это прям вообще. Это круто, я каждый рейсик стараюсь их... Так, здесь у нас остановки нет. Проезжаем дальше. Люди, расслабьтесь, не выходим пока. Так, нужно... Нужно еще завернуть. На нем таким образом уже очень длинный. А, тут автобусы есть у нас. Я, наверное, попозже, если не забуду, обязательно покажу, что автобусы у нас есть с гармошками. Гармошка. Я хочу добраться до этих автобусов. Они очень дорогие. Они очень большие, там на большое количество посадочных мест. Так что это просто золотой бизнес у нас будет. Ребят, прям вообще деньги будут рекой просто лететь. Какой у нас красивый автобус-то, а? Обалдеть. Ситро, прям купил, мне нравится, ребят. Вот предыдущий был маленький такой, это прям большой, на 49 мест. Почти 50 человек сюда влазит, час пик прям вообще. Очень классно гонять. Yes, поехал, все, молодца. Двигайтесь быстренько. Так, слева вроде никаких помех. Кстати, здесь, если врезаешься, моментально, конечно, штрафы. Чуть пролетел быстрее, там, на красный свет штраф. Превысил скорость штраф. Я поставил здесь ограничитель, чтобы нам, в принципе, ух ты, елки-палки, думал, грузовик сейчас полетит. Пешехода я сбил, заплатил 20 тысяч евро, вы представляете, да? 20 тысяч евро. Рейс один у меня был такой, откатал прям... Все 100% хорошо было. И под завершение сбил случайно пешехода. 20 тысяч евро. Ужас. Так, ну что, народ, заходим. Давайте рассчитываемся. Вас на неделю сразу проездной берет на неделю. Обычное количество, одну штуку. Давай, 2 евро сдачи. Следующая бабушка. Пожилой, вам пожилой. Одна штука. 4,60. Так, все, классно. Так, всех вроде бы высчитал. Окей. Кстати, здесь есть фишечка. Я стараюсь еще посигналить, потому что часто так бывает, что люди, когда стоят на остановочке, они типа могут прошляпить. Они могут прошляпить, что подъехал автобус, там, может быть, бабушки, дедушки, я не знаю, могут не заметить. Вот, и в итоге, когда
сигналишь, то есть в игре есть такая фишка, что ты когда сигналишь, что ты прям вообще привлекаешь больше пассажиров. Вот как-то так. Так, давай, 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 у нас осталось 20 секунд, нужно быстро, моментально прям лететь. О, скорее, 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 20 секунд, должны успеть до следующей, тут еще по времени. Слева внизу у нас есть таймер, там определяется скорость, кто-то за моей спиной чихнул. А, это у нас конечка, конечка что ли? Конечка что ли? Да ладно, конечка? Да вы что, серьезно? Серьезно, это конечка? О, все выходят или нет? Нет, это не конечка. Это далеко не конечка. По-моему, никто не заходил. Никого на остановке не было, так что мы просто едем дальше. Выгрузили пассажиров и отправляемся дальше. А, кстати, если я закрою сейчас форточку, на ходу, конечно, я этого делать не могу, но если закрыть ее, то реально прям будет намного тише. Обратите внимание, какие здесь памятники, какие здесь здания красивые. Вот карта очень приятная. Очень приятная. Она очень большая карта у нас. Мы сейчас просто катаемся в каком-то маленьком городишке. Но если тут продвинуться дальше, прокачаться посильнее, то можно открывать разные районы. Я, правда, не знаю, когда они у меня откроются. Эти разные райончики я уже жду, не дождусь, когда уже. Когда уже это все будет. Там огромные города. Я посмотрел, так приближал карту. Вроде бы как такие улочки довольно тонкие. Господи, ну тонкие на карте, конечно, узкие. Узкие внутри. Так, здесь у нас кофе. Я вижу реклама кофе. Здесь останавливаться мы не будем, это не наша остановка. Едем дальше, давайте налево. Сейчас поворачиваем и... В управлении очень удобно здесь находиться, можно мышкой регулировать, можно кнопочками. Я вот привык кнопками, запомнил, какие кнопки. То есть там 1-2 кнопочка, я открываю двери, передние, задние. Но можно это все делать мышкой, то есть кому как удобнее. Я думаю, кнопками, конечно, будет удобнее, мышкой там нужно нажимать как-то все. Например, вот здесь вот, так вот, по-моему, задняя дверь, пожалуйста, да, передняя. Задняя дверь вот так открывается. Но мне кнопочками, конечно же, удобнее. Так, заходим. Кстати, здесь работает еще в автобусе автоматическая оплата. То есть там они сами как бы могут пробивать билеты, потому что я не всем подряд пробиваю билеты, если вы заметили, да. То есть часть народу как бы ко мне подходит, а часть они проходят в салоне как-то там... В общем, сами покупают билеты. Это тоже предусмотрено. Поначалу я вообще не понимал, почему ко мне все не подходят. Оказывается, вот почему. Потому что... А сейчас я думаю, что кто-то у нас не заплатил, а? Кто-то у нас не заплатил. Кто-то по-любому... Погоди, погоди, вот... Нет, зараза, смотри-ка, все прям такие правильные. Нету зайцев. У нас уже рейс заканчивается. Мы что, ни одного зайца не поймаем, а? Как же так? Поехали. Нам нужен еще... Пассажиру нужно выйти. Вот, кстати, еще одна фишка такая. Так, угоди. Короче, раз кого-то то ли стошнило, то ли что. Бабуля вышла. Спасибо, что высадили, говорит. Окей. Ну, может быть, всяко бывает, друзья. Вот. Говорит, что нужно было выйти. А у нас тем временем-то таймер-то бежит. Бежит таймер. Остается буквально несколько секундочек. 1-2 секунды, блин, не успеваем, что ли? 3 секунды. О-о-о. Так. Заходят люди, но они не хотят рассчитываться, или что? Или рассчитались уже? Давайте-ка я закрою двери сейчас, да? Кто там у нас? Быстренько, быстренько. Кто-то у нас заяц-то по-любому залез, наверное, а? Ну же, заяц, жду. Вот все, смотри-ка, какие правильные, молодцы, все рассчитались. Гоу-гоу-гоу. Ну из-за этого, пока я ищу зайца, мы, по сути, тратим время. Как вы знаете, что у нас все по времени. Ну тут у нас... Все равно бы мы стояли, да? Даже если бы я заранее, может, поехал. Может быть, быстрее проехал, не знаю. Ребят, ну автобус шикарный. Автобус потрясающий.
Вот еще расскажу. Управление очень мне прям больше нравится, чем предыдущее. Во-первых, выше сидишь, тут какой-то был низкий. Вот это вот повыше прям и вот более комфортно. Форточку можно закрыть вот таким вот образом. Совсем все тихо будет, но прикольно, я думаю, будет послушать улицу, послушать звук мотора. Так, проезжаем. Сигнал слышно. Все хорошо. Полетели. 50 км в час держимся. Не превышаем. Гоним нормально. Нормально. Прекрасно. Прекрасно. Рейсик отличный. Так, у нас получается ни одного зайца. Ну, вот люди, видите, какие правильные. Вот я помню, какая-то облава была прям на зайцев. И 5 или 6 зайцев отловил, и все, видимо. Они перестали, ездить без билетов. Вот так вот, ребят. Посмотрите там, какие впереди. Какие-то шары, я не знаю, что это такое. Возможно, это настоящая, ну, как имитация какого-то города. Это, по-моему, конечная, если я не ошибаюсь, да? Конечка? Так, чуть никто не выходит. Погоди. А у нас что-то минус пошел. Подожди, подожди, мы, наверное, не должны были здесь останавливаться. Нужно было, наверное, прямо ехать. Я понял вас. Короче, нет, вроде бы все норм. Не знаю. Мне показалось, что никто не зашел и не вышел. Как бы на этой остановке абсолютно никого не было. Но справились мы нормально. У нас еще есть минута доехать до... Опа, вот видите, да, по лежачим полицейским, пожалуйста, проехал. Тут у нас маленький недочетик такой, ну, как бы такое замечание, не нужно гонять. А мы летели 50 км в час, а насколько я выявил, сам проверял, ездил, то есть не выше 30 км в час нужно двигаться, вот именно в игре. То есть выше 30 км в час приходит замечание, что типа слишком уж ты... Слишком летаешь. Площадь Стокер. О, велосипедные площадки. Посмотрите, там сколько велосипедов. Здесь прям вообще народ, я смотрю, что любит. Все, смотрите, вот это толпище у нас выходит. Та-та-та, да. Бай-бай. Всем пока-пока. Красавычки. Кто-то бросил мусор во время поездки. Давайте выйдем, посмотрим. Кто там у нас намусорил? Где кто? На галерочке по-любому кто-то. Подожди, не вижу. Подожди. Я что-то не вижу, подожди. Где? На, ну не знаю, может быть, уже подобрали. Кстати, можно выходить из автобуса совершенно спокойно бегать. Отлично. Так-то вообще кайфово. Раз, побегал. А, кстати, здесь еще бывает такое, что иногда пассажир блокирует двери. Было на ночной смене такая штука, что кто-то бросил мусор во время поездки. Вы должны убрать его. Да ё-моё. Что происходит? Где? Прошелся по салону. То есть в ночной поездке один чувак просто начал блокировать двери. Встал среди дверей. Его просишь... Ну, подходишь к нему, говоришь, типа, давай, заходи. Он заходит, и все. То есть, ничего такого сложного. Бить не приходится. Ребят, кто-то бросил мусор в автобусе, я не могу найти. Где этот мусор, кто там? Если я не могу найти этот самый мусор, то, может, его и не стоит искать, потому что не слишком... Так. Не слишком, значит, много. Может, он провалился куда-нибудь под сиденье. Но здесь вот точно ничего нет. Вот давайте по левому краю пройдемся. Может, он там где-то вдалеке. А, вон он там. Вон он прям вот на самом-самом дальнем месте. Мне его не было видно. Там горела просто стрелочка. Вот оно как. Давай, проезжай скорее. Мы едем в гараж уже. Ну, что ж ты встал-то? Ну. Вот дубина, а. Так, хорошо. Едем в гараж. Заезжаем. В гараж тоже, друзья, надо заезжать. Конечно же,
Даже если вы лупитесь в двери, сочтутся денежки. То есть прям вот до самого конца нужно, прям вот само завершение, нужно быть на чеку. Все как в жизни, довольно реалистичный симулятор. Я как-то помню, вылетел на встречку на грузовике, влупился. 3000 евро штраф содрали. На встречку, если вылетаешь. Так, вон там какой-то паренек стоит. Годи. Нам уже здесь вот гараж, стрелочки показывают, вот сюда. Заезжаем. Хорошо, аккуратненько подъезжаем. Автоматически двери открывают. Ничего нажимать не нужно. Поначалу я думал, что-то нужно нажимать, но ничего нажимать не нужно. Гараж у нас такой автоматический. Заехали. Все, автоматически закрывается. Теперь нам нужно сдать нашу работенку. Теперь нужно поставить наручник. Выключаем все дело. Свет автоматически гаснет, можно просто выйти. И что там еще? А, все у нас, мы выключили, да и все. В принципе, можно не париться. А, можно форточку, конечно, закрыть вдруг, чтобы через форточку никто не залез. Так, закрыли через форточку, выходим. И двери, однозначно, чтобы выйти-то нужно нам. Как бы двери там открыть. Езза! Езз, ребят, затащили! Красавейчики, да! Какой сейчас уровень апнем? Вот, так. Пятерка. Восьмой уровень. Новая обшивка нам падает. Новый цвет нам падает. 13 тысяч евро заработали. Восьмой уровень. У нас есть доход от текущей поездки 225 евро. Не слишком много, я вам скажу. Не слишком хороший результат. Но, в принципе, на 160 евро уже тысяч накопилось. Если мы заглянем в гараж, если мы посмотрим на МАН, следующий автобус у нас... Сумма у нее 240 тысяч евро. 25 посадочных мест почему-то у нее. А посадочных мест у нее 35. Подождите, я не перепутал случайно. А здесь посадочных мест 49. Очень странно. МАН почему-то, вот следующий автобус, он очень дорогой, видите, да? Он реально, почему он дороже и почему у него... Чем он лучше, друзья? Напишите мне в комментариях обязательно, почему нам его стоит покупать, МАН, следующий автобус. Может быть, купить еще Сетро и нанять туда работника. Кстати, сейчас мы зайдем сотрудника, мы посмотрим. Вот видите, он прокачался. Даниэла. Гондурас. Кондурас. Любит путешествовать по миру, никогда не был за границей, любит путешествовать по миру. То есть, можно его уволить, нажать слово «пожар». Я не понимаю, конечно, почему здесь уволить. Может быть, неправильный перевод. Вот. Но можно еще нанять человека, но пока я этого не делаю. Если мы посмотрим здесь, у нас есть разные маршруты, можно вот сюда его назначить. Вот на второй маршрут он у нас назначен, на других маршрутах его нет. Ребята, расскажите мне обязательно про сотрудников, будет интересно, я думаю, всем узнать. Ну и, соответственно, если нравится данная игрушка, ставьте лайк обязательно, лайкосик и подписывайтесь на канал. Ждете стрим по данной игре, то пишите прямо сейчас под этим видео. Прямо в комментариях, если ждете стрим, пишите «Родригес, хочу стрима». Вот по этой игрушке. Вот. Ну и, соответственно, буду с вами прощаться, друзья. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал. И увидимся буквально через несколько секунд, если нажмете на следующий видос. Всем счастливо и пока-пока!